на нашего игрока. Василевский легко остановил шайбу. Ну, знаешь, вот так, посмотрим, чем закончится все. Удалением закончится и голом. В футболе есть такая присказка, что техничный защитник – враг команды. Вот в хоккее сейчас примерно такая же ситуация. Вот что сейчас делал Миронов со своими воротами? Зачем он это выдумал? Василевский немножко жаль. Ни с того, ни с... Вот. Да. Потерял шайбу за воротами. Еще удалился. Да. Еще попала шайба в конек Сергееву. Да, и потом вот этот в один. Вот и все, спокойствие вам. Сами привезли. Абсолютно. Ну, знаете, тут особо-то не переживайте. Сами привезли. Обычно как у нас? А как мы будем против Канады? Канада сегодня такие себе привезла шайбы.